Город Москва. Район Марьино, это уже там через дорогу Люблино. А тут Марьино. И тут сквер такой. Достаточно уютный, хороший. Он, по-моему, называется сквер что-то воинов 1812 года или войны. Ну, что такое там есть на выходе. Ну, такое. Лавочки, фонари. Там еще детская площадка. Впереди. Ну, там вот настоящий клен. Вот настоящий клен с кленовым листом. И вон. Клены растут. Как на флаге Канады, да? А не тот ясень, который у нас в Караганде называют кленом. Вот там дом. И на этом доме написано Марьино. Красными такими буквами. Голубая ворот открытый. И вот тут парк героев Отечественной войны 1812 года. Площадь 2,5 гектара. Вот Марьино. Этот ролик